тура. Ну, а первыми на ринг выйдут Марк Сильвер из США и Йошихиро Такаяма, Япония. Вот он, Йошихиро Такаяма. Очень высокий спортсмен. Тонкий, как струна. Торопит охрану. Расталкивает всех подряд. Не терпится ему оказаться на ринге. Кстати, Такаяму еще называют жердь. Но этот самый рост Такаяма дает ему неплохие преимущества. И пока у него не все хорошо получается. Но очень скоро, вот увидите, парень этот себя покажет. Ну и в другом углу ринга Марк Сильвер. Взгляд убийцы, согласитесь. Ужас вообще. Кошмар какой-то. Йошихиро Такаяма, Япония, естественно, 27 лет. Ему, а рост, посмотрите, 6 футов 5 дюймов, а? 240 фунтов весит этот парень. Бросает, как мы видели только что, очень даже неплохо. 5 боев он провел, 4 поражения и всего-навсего одна победа. Посмотрим, что будет сегодня. Красавчик, а? Сейчас девчонки, я уверен, все прильнули к экранам. Марк Сильвер, США, 23 года. Очевидно, не женат, барышни. 6 футов и 2 дюйма рост этого парня. 230 фунтов он весит. 6 боев он провел. Проиграл в 3 и 3 матча свел в ничью. Проверка амуниции традиционно. Традиционно для Бусидо проверка того, в чем будут выступать спортсмены. Вы посмотрите на уши Такаяма, а? Ужас. Там же не уши, а просто-напросто два листа лопуха, приложенных к голове. Удары ногами, скорее всего, последуют в начале. Точно! И Сильвер, красавец! Молодец! Здорово он! Кладет Такаяму на ринг. Нырнул в ноги. Но Сильверу с его ростом, который значительно выступает Такаяме, конечно, сподручнее нырять в ноги. И болевой! Болевой! А между прочим, канаты-то рядом. Да. Да, вот сразу же попался Сильвер на болевой прием-то, а? Вы посмотрите, какое начало обескураживающее для американского бойца. Ой-ой-ой-ой-ой, сразу же 4 балла списали с Такаямы. И начали отсчет. Вот это начало, ты посмотри, а? Такими темпами бой будет недолгий. Надо Сильверу что-то делать, конечно же. Или еще один бой он проиграет. Да что ты будешь делать, а? Подвернул ногу, судя по всему. Точно. Все. Это, скорее всего, не заслуга Такаямы, а именно ошибка, собственная ошибка Сильвера. Да. Бой закончился, не успев начаться. Ну, вот посмотрите. Ничего не делал здесь Такаяма ногами. Как обидно для Сильвера должно быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, прикладывают холодное полотенце к ноге со льдом. А Такаяма спокойно, даже не успев, по-моему, вспотеть.